Сегодня я расскажу об одном очень для меня ценном инструменте моей коллекции, который насчитывает где-то порядка 50 инструментов разных мастеров. Вот в свое время я хотел приобрести норвежскую мунхарпу. Вот, в Норвегии есть очень именитый мастер. Вот, но, значит, я его забросал письмами, но ответа не получил. Потом мне сказали, что он тяжело болеет и уже инструменты не делает, не рассылает. Вот, но я не оставил своих попыток найти себе мунхарпу купить именно в Норвегии, потому что и наши мастера русские делают мунхарп, но все-таки желательно приобретать инструменты именно, скажем так, ту же мунхарпу именно в Норвегии, у мастеров мест. Вот. И нашел Эйнар Туртума. Вот такой мастер есть, такие вот инструменты делает. Вот. И начал с ним переписку. Он ответил мне, потому что там еще были мастера. Вот, кто-то не делает уже варганов в мунхарп. Вот, а Эйнар Туртум вот такие вот инструменты изготавливает. И если у него заказывать, он их, в принципе, продает. Но не в этом суть. Когда я ему заказал, вот, он попросил меня в первых посланиях ему, значит, сообщить мой адрес домашний. Сказал, что он вышлет. Вот, я ему обещал оплату. Вот, ну, по ряду причин платила ему через PayPal. Кстати, рекомендую всем пользоваться этой системой, особенно при покупках в интернете. Защищенная система дает возможность, если какие-то проблемы возникли с продавцом, вернуть деньги без всяких проволочек и так далее. Вот. И я ему сообщил адрес и думал так, что, значит, он мне пришлет. Там нужны были данные для того, чтобы осуществить транзакцию через PayPal. Вот. Но он сказал, что пока не может это сделать. Вот. И я думал, что, значит, придется ждать, то есть я оплачиваю, и он мне, значит, высылает инструмент. Но, значит, он, вот после того, как я ему сообщил домашний адрес, практически на следующий день без оплаты, представьте, да, и мы с ним познакомились только что, да, инструмент достаточно дорогой, вот он мне его отправил. То есть я мог бы и не заплатить за него, в принципе. То есть никак он с меня эти деньги бы не смог потом взять. Вот. Вот это характеризует то, что люди, да, вот живущие в каком-то месте, да, имеют некую ментальность свою, да, они доверяют друг другу. То есть, да, вот я есть, да, я играю там на инструментах. Я, в принципе, мог не заплатить, но как бы тогда я выглядел? То есть для себя даже, вот для, в общем-то, все равно как-то я проявился бы в сети и прочее, прочее. Вот. То есть моя репутация была бы уже другая. Вот, это я к тому говорю, что надо все-таки устанавливать хорошие человеческие отношения, да, не обманывать друг друга, вот, доверять друг другу, несмотря на то, что вот есть большое количество людей, которые зарабатывают на нас, обманывают нас, в общем-то. Вот. По звучанию инструмент, конечно, достаточно простой. Ну, простой звук, невыразительный. Вот. Но примечателен именно он для меня, вот, особенно ценен. Вот история, именно доверие, да, ко мне. Мне это очень польстило, импонирует до сих пор. Вот. Я помню эту историю. Вот, что человек, в общем-то, априори посчитал, что я порядочный. То есть, неважно, да, вот я вышел на него, он посчитал, что я порядочный человек. Тем самым он мне дал возможность, скажем так, быть таким человеком.
Неважно, да, может быть, я какой-то мошенник там был и прочее, прочее. Вот. Но вот этим поступком он меня, скажем так, выдвинул на другую совершенно позицию, на другой уровень восприятия реальности. Вот. За что ему огромная благодарность и спасибо. Вот. Иногда я на этом инструменте играю, храню его. Очень красивый инструмент. Вот. Рекомендую вообще с этим мастером как бы наладить отношения, переписываться и прочее, прочее. Очень хороший человек. Сейчас я играю, сыграю на Thank you.
такой инструмент. Вот у него очень узкий зазор, на нем тяжело играть. Вот, ну, достаточно симпатичный, красивый. Вот, и еще раз подчеркиваю, мастер очень хороший человек, душевный. Вот, мое такое мнение. Всего вам доброго.